10 водителей нарушили правила дорожного движения всего за 20 минут. Сегодня сотрудники ГИБДД вышли в рейд, чтобы выявить на кировских дорогах машины с нечитаемыми номерами. Одним нарушителям сделали замечание, другим выписали штрафы. Вместе с дорожными полицейскими на перекрестке дежурила и Анна Мамаева. Водитель этой «Тойоты» отделался предупреждением. Его госномер был сильно загрязнен. И после того, как он очистил свой знак, поехал дальше. А вот владельцу «Лады» повезло меньше. Пойдем-ка на номер наш посмотрим. Грязный. Госномер явно не читаем. Сотрудники ГИБДД выписали штраф. По закону номерной знак на машине должен читаться на расстоянии 20 метров. Так его смогут опознать камеры видеофиксации, которые установлены на трассах области и в Кирове. Я особо в области находился. В области грязь не есть. Это самое частое оправдание, говорят инспекторы ГИБДД. Поэтому в очередной рейд отправились именно сейчас. На улице морозно и нет грязи. А значит, эта отговорка не в счет. Водители с нечитаемыми госномерами попадают в ДТП, причем с тяжкими последствиями, после чего скрываются. Это очень сильно затрудняет работу сотрудников госавтоинспекции в розыске этих автомобилей. Чтобы не попасться на нарушениях правил дорожного движения, водители нередко прибегают к разным изощренным методам. К примеру, говорят сотрудники дорожной полиции, номера заклеивают, забрызгивают их красящими спреями. Эти вот техсредства, они не помогают против камер. Единственное, к чему они могут привести, это штраф 5000 рублей, либо лишение права управления. Сегодня сотрудники дорожной полиции проверили, насколько читаемы госномера на машинах кировских водителей. Дежурили на всех ключевых перекрестках. Тем, у кого номера были слишком грязными, выписали штраф в размере 500 рублей. Протирайте номер. Анна Мамаева, Сергей Лошкарев, Бюро новостей, Давича.